И в этом выпуске я вам расскажу, как мы делали ремонт в знаменитом круглом доме в Москве. Построено 5 домов, и они будут изображать из себя 5 колец Олимпиады. С момента постройки дома, наверное, здесь абсолютно ничего не делали. Было все в ужаснейшем состоянии. Диван, если мы сейчас подвинем в угол, то ровно он туда не встанет. In My Room – это маркетплейс красивой мебели. Привет, In My Room. Я рад приветствовать вас в своей квартире. Она находится в круглом доме. Давайте я вам сейчас более подробно про нее расскажу. Меня зовут Караваев Роман, я занимаюсь флиппингом в Москве. И в этом выпуске я вам расскажу, как мы делали ремонт в двухкомнатной квартире 53 квадратных метра в знаменитом круглом доме в Москве. В 70-е годы в Москве началось активное строительство панельных многоэтажек. Застраивались целые спальные районы. И поэтому они стали очень похожи между собой. Но советские архитекторы Евгений Стама и Александр Маркелов решили сделать что-то необычное и построили круглую многоэтажную панельку, рядом с которой мы сейчас и находимся на улице Нежинская. Они выяснили, что если состыковать панели не как обычно, а с максимальным углом в 6 градусов, то эти панели можно заключить в кольцо, что они и сделали здесь, на Нежинской улице, в 1972 году. В этом доме 26 подъездов и 913 квартир. Получилось такое огромное кольцо, а в середине этого кольца очень большой двор. Были слухи, что к 80-м годам, когда должна была быть Олимпиада, будут построены еще 5 таких домов, точнее, в целом будут построены 5 домов, и они будут изображать из себя 5 колец Олимпиады. Но на самом деле это оказалось просто слухами, а домов всего таких построили 2. Один здесь, а второй на улице Довженко, но это было уже позже, аж в 79-м году. Еще одна причина, почему не стали делать много таких домов, это потому что к типовой серии панелек пришлось вставлять монолитные ставки, чтобы сделать как раз-таки тот самый круг. И по причине того, что это было делать дороже и дольше, не стали больше застраивать. Ну и во-вторых, это неэкономичное использование городской территории, потому что на такой же площади можно поставить гораздо больше обычных квадратных домов, нежели чем круглых. Пишите в комментариях, про какие бы дома известны вам бы было интересно посмотреть, а мы постараемся про них снять. Роман, а расскажите, здесь 53 квадратных метра, это двушка, а все ли перекрытия здесь несущие, поскольку это же панелька, панельный дом? В данной квартире несущая только одна стенка, которая разделяет между собой комнаты, а все остальные стены, они не несущие, то есть перегородки между кухней и комнатой, перегородки в санузле, все это не несущее. А вы делали тут какую-то перепланировку? Перепланировок мы здесь никаких не делали. Стены, потому что, в принципе, расположены довольно-таки удачно, так скажем. Они сделаны основательно, из плит. И, соответственно, смысла перепланировки делать никакого не было. Угу. Все стены сохранены. А в санузле они были раздельные или совмещенные? Санузел изначально был раздельный, санузел мы сделали совмещенный. То есть перепланировка все-таки была небольшая? Ну, небольшая перепланировка была, но конкретно точки воды мы оставили на своих местах. То есть, в принципе, никаких вопросов у БДИ не возникает. А по коммуникациям вы меняли проводку, какие-то системы еще? По коммуникациям, да, конечно. Мы поменяли полностью всю электрику прямо от подъезда, от щитка подъезда, и полностью все провода абсолютно новые. Поменяли всю полностью сантехнику в доме, залили полы полусухой стяжкой, окна новые поставили. Ну, в общем, все, что можно было поменять в этой квартире, мы поменяли все. А как вам удалось так быстро сделать ремонт за 2,5 месяца? Мы давно этим занимаемся, я реализовал уже более 40 проектов по флиппингу, вот, и в принципе для меня 2,5 месяца это совсем небольшой срок, я реально понимаю, что могли бы сделать этот проект и быстрее. А сколько человек у вас поработали? В среднем на этом объекте у нас работало 2-3 человека. Ну, то есть за счет этого тоже? Ну, за счет этого такая скорость получилась, люди работали каждый день. То есть они не переходили на другие объекты, они были здесь всегда, в принципе, поэтому мы получили такую скорость. Ну и еще, что немаловажно, все материалы мы подвозили вовремя. То есть задержек с материалами никаких не было, это позволяет соблюсти сроки. Угу. А сколько получилось у вас, вот 1 800 000, это общая сумма вместе с мебелью, с ремонтом, да, и с рабочими, да? Да-да-да. А сколько получилось за работу рабочих? За работу рабочих мы заплатили примерно 450 000 рублей из этой суммы.
Остальные расходы у нас, соответственно, ушли на мобилировку, черновые материалы, технику и чистовые материалы. А вот всегда всем интересно, когда такие инвестиционные проекты, за сколько вы купили квартиру, если не секрет, и за сколько продали? Я знаю, что вы уже продали. Да, мы уже нашли покупателя на эту квартиру, нам уже внесли аванс. Значит, смотрите, мы купили эту квартиру за 10 900 000 рублей. Сейчас мы ее продаем за 16 800 000 рублей. То есть минус продажа, минус, соответственно, ремонт, юридические расходы. Ну вот, прибыль посчитайте сами, как говорится. А расскажите, когда вы делали здесь ремонт, вы представляли же какого-то, наверное, потенциального жильца, да, вашу целевую аудиторию? Вот каким он был? Да, все правильно. Мы представляли себе, что это будет либо одинокий человек, либо это будет молодая семейная пара. Здесь довольно-таки просторная кухня для таких старых домов, так скажем, и две большие комнаты. Комнаты каждая по 16 квадратных метров. Вот, поэтому мы в голове у себя держали картину, что это либо одинокий человек, либо молодая пара, либо гипотетически, может быть, с каким кто-то возьмет с ребенком, с одним, с маленьким. Вот, возможно так. А сейчас ее, в принципе, как раз-таки у нас покупает молодая пара. То есть все сошлось? Да, все сошлось. А с дизайнером делали? Да, эту квартиру мы сделали с дизайнером. Дизайнер этого проекта Наталья Епанешникова делала дизайн-проект, она полностью удаленно, находясь в другом городе. Она контролировала все моменты через интернет и через нашего прораба. И, как видите, получился отличный результат. Но косяки какие-нибудь все равно были, нет? С точки зрения дизайна лично я косяков здесь никаких не увидел, потому что мы получили хорошие места хранения у нас получились. То есть у нас получилось две гардеробные, один шкаф. В принципе, по расположению кухни тоже у меня вопросов никаких нет. По дизайну я со своим опытом, в принципе, здесь полностью доволен. Не знаю, что бы можно было сделать еще в этой квартире лучше, на самом деле. Вот, мне лично в ней все нравится. А расскажите, что здесь было до, когда вы ее приобрели, как она выглядела? Это была старая, вообще старая квартира, без ремонтов, без какого-либо ремонта. С момента постройки дома, наверное, здесь абсолютно ничего не делали. Здесь был старый паркет, скорее всего, был старый унитаз еще, который был при постройке дома. Старые обои было, было все в ужаснейшем состоянии. Были старые окна, балкон был не остеклен. То есть здесь вообще просто было ужасное состояние, так скажем. И мы восстановили квартиру полностью от и до. То есть такой фундаментальный был ремонт. Да, капитальный здесь ремонт, прямо я бы назвал капитальный. То есть здесь мы единственное не ломали перегородки, то есть мы не делали перепланировку. Вот, а так все остальное сделано здесь капитально. А потолки какой высоты? Потолки в этой квартире 2 метра 60 сантиметров. В итоге у нас получилась кухня 8 квадратных метров, совмещенный санузел 4 квадратных метра, широкий коридор, гардеробная комната, встроенный шкаф-купе, спальня 16 квадратных метров, гостиная 16 квадратных метров и большой балкон площадью 6 квадратных метров. Подписывайтесь на наш телеграм-канал In My Room. Там много классных идей для интерьеров, скидки и акции от партнеров, а также анонсы выходов новых видео. Ссылку найдете в описании. Давайте начнем с кухни. Вы от газа решили не отказываться, да, но при этом здесь нет двери. Я сразу с каверзных вопросов начну. Да. Мы предусмотрели этот момент. Действительно, нельзя убирать дверь, если на кухне есть газ. Сверху под натяжным потолком мы проложили закладную, то есть при желании можно сделать перегородку и установить дверь. А расскажите про напольное покрытие. На полу у нас постелен ламинат, так называемый ламинат елочкой. Покупали мы его в известном гипермаркете. Стоимость у него относительно недорогая. Это порядка 1300 рублей за квадратный метр. Цвет светлый дуб. На кухне вы не побоялись класть такое напольное покрытие, как ламинат, мокрой зоне? Мы всегда кладем на кухне ламинат, потому что плитка – это на самом деле спорный вопрос. Кому-то она нравится, кому-то она не нравится. Кому-то, например, я знаю, неприятно ходить по охлаждённой плитке. А ламинат – это все-таки древесный материал, и он относительно всегда теплый, приятный по тактильным ощущениям. А давайте перейдем на стены. Угу. Стены у вас везде, как я понимаю, это обои, да?
Да, стены у нас это обои под покраску. То есть мы сначала выровняли все стены, соответственно, наклеили на них обои и после этого их покрасили. Краска моющаяся, она просто подходит под использование на кухне. Мы ее проверяли, тестировали. Угу. Я почему спрашиваю, потому что в зоне, где у вас раковина, нету фартука, да, а брызги. У нас как раз, наверное, зрители про это писать, что могут быть брызги, когда моешь посуду, или что-то там, фрукты. И как будут это выдерживать обои? Ну, по нашему опыту проблем пока что с этим не возникало. То есть вы уже делали такие? Да, мы уже так делали, тестировали, вроде было все в порядке, все нормально. Никаких нареканий не было. Ну и давайте перейдем к кухонному гарнитуру. Из чего сделан сам гарнитур? Столешница? Стандартная столешница, она сделана из LDSP 38 мм. Сверху у нее влагозащитный пластик. То есть довольно-таки стандартная кухонная столешница, так скажем, деревянная. Фасады МДФ, пленочные фасады идут. А здесь у нас механизмы, то есть они самостоятельно открываются. И также стоят доводчики. Вот, так оно все хозяйство это закрывается. Я видела, у вас там труба как раз есть, прорезь для нее. А доступ к трубе тоже за шкафчиком есть, да? К вентилю. Доступ к трубе у нас здесь вот идет кран слева от шкафчика. То есть доступ у нас все открыт. По нормам. Да, да, все по нормам. У вас еще верхние фасады такие ребристые. Я вижу, что торец с внешней стороны внизу тоже сделан под фасады. Да? Вы специально так делали. Расскажите про это. Да, все правильно. Декоративная панель, она накладывается на нижние шкафы с видимой стороны шкафов, так скажем. Чтобы здесь не было вот это ДСП, чтобы цветом не отличалось, всегда мы закрываем здесь. Точно так же шкаф прихожей со всех сторон у нас закрыт. Давайте посмотрим, как у вас устроено непосредственно хранение на кухне. Что вы... Давайте посмотрим. Здесь у нас идет шкаф под вытяжку. Соответственно, вытяжка и дополнительно сюда еще поместилось две вместительные полки. Кстати, обращу внимание, что высота кухонных шкафов 90 сантиметров. То есть они бывают 70, бывают 90. Здесь мы сделали повыше. Мне кажется, смотрится намного красивее. Так, соответственно, здесь у нас тоже обыкновенные полки везде идут. А здесь у нас сушка для посуды, современная евро-сушка, по-моему, называется. Сделана подсветка у нас, она выведен выключатель, включить-выключить. И здесь у нас еще точно такой же шкаф, просто с полочками. Если пройтись по низу, здесь наполнение немножко поинтереснее. Здесь мы сделали бутылочницу выкатную, дальше у нас идет посудомоечная машина. То есть мы всегда все свои квартиры комплектуем посудомоечными машинами. Ну, соответственно, шкафчик под мойку, под мусорное ведро. Здесь у нас просто полочки, встроенная техника вся, тоже вся полностью новая. Ну и шкафчик с выкатными ящиками. Вот, а во сколько вам обошлась кухня? Кухонная гарнитура. Кухня без техники нам обошлась порядка 80 тысяч рублей. Полностью это уже со сборкой, с доставкой, с установкой. А с техникой? Техника на эту кухню у нас вышла порядка 70 тысяч, наверное, где-то. Вот 60-70, точно не помню сейчас. Угу. Вот вся техника полностью новая. Насчет техники вы не стали тут делать холодильник, да? Насколько я знаю, вы говорили. А где он должен у вас стоять и почему не стали делать? Так как кухня относительно небольшая, 8 квадратных метров, нами было принято решение, вот, соответственно, эту перегородочку мы убрали и визуально расширили пространство. И холодильник у нас по задумке был выведен сюда, вот в это место. Он здесь планировался встроенный холодильник. И, соответственно, дальше идут уже шкафы. Но так как мы занимаемся флиппингом, делаем квартиру на продажу, нам очень важна визуальная часть. Поэтому мы не стали здесь устанавливать этот шкаф, чтобы визуально он не съедал пространство. Если мы сюда его установим, немножко коридор будет узкий. И было принято решение его не устанавливать. И я считаю, за счет этого получилось такое здесь большое пространство для глаз, так скажем. То есть будущие покупатели его будут устанавливать уже сюда. Здесь у нас все подготовлено, все выведено.
Ну, то есть все равно придется это пространство немножечко подъедать холодильником. Придется подъедать, да, как ни крути. Ну, раз мы тут оказались, про столовую зону вы выделили так красиво молдингами. Да, здесь да? у нас постарался дизайнер, надо отдать должное, потому что у нас все цвета, они между собой сочетаются. Соответственно, светильник, черный интересный стол, мы на самом деле никогда такой стол не использовали, никогда не покупали. Сколько он диаметром? Честно, не знаю, мне кажется, диаметр у него метр. В диаметре, круглый стол. То есть при желании можно поставить третий стул и вместиться сюда 3 человека, а если выдвинуть, то и 4. Также мы на стенах использовали вот такие вот декоративные молдинги. Сейчас, в принципе, в современном ремонте это используют. Это на самом деле такой недорогой вариант и создается совсем другой стиль в квартире. Также мы использовали здесь черную резиночку для... Не резиночку. Это теневой профиль, нет? Нет. Короче, вот здесь обычно бывает эта резиночка белого цвета, да. Но мы сделали ее черного, и, соответственно, создается эффект, что это теневой профиль. Теневой профиль это дороже, соответственно, это такой лайфхак. Да, как... да, да. Но даже, я говорю, визуально все люди, когда смотрят, особенно если на фото, на видео, да, ну даже и вживую люди, когда смотрят, им кажется, что это теневой профиль. Он выглядит намного лучше, а по стоимости стоит так же, как обычный белый профиль. Также черные светильники тоже вообще во всей квартире здесь сделан вот акцент на черные цвета. Соответственно, вот черный стол, черные светильнички, черные стулья, ножки стульев черные. Вот. И по всей квартире эти цвета между собой перекликаются. В общем, дизайнер у нас постарался. А расскажите про балкон. Меняли ли вы остекление? Да, на балконе мы поменяли полностью остекление. Мы поменяли оконный блок. То есть здесь у нас очень большие окна. Оконный проем вот такого нестандартного размера, очень большой. И, соответственно, сам балкон у нас 6-метровый. То есть он выход есть как из кухни, так и из гостиной комнаты. На стене мы сделали ПВХ-панели пластиковые. Снаружи, кстати, тоже мы его полностью обшили. На пол мы положили плитку и остеклили его алюминиевыми рамами. То есть балкон у нас не утеплен, он у нас не теплый. Летний. Да, летний балкон, но он полностью сделан, облагорожен. То есть, в принципе, очень красиво получилось, мне тоже нравится. А там перегородка, да, между двумя комнатами осталась? Сейчас объясню. Так как балкон большой, для того, чтобы перила держались, здесь установили посередине перегородку. То есть эта перегородка, она придает жесткость конструкции, жесткость перилам, которые здесь были. Поэтому мы ее оставили. И она так визуально отделяет балкон на две части. Давайте продвинемся в сторону прихожей. Давайте. У нас так плавно перетекает из кухни. Здесь шкаф. Да, здесь мы установили шкаф. Это шкаф в прихожей. Сюда, соответственно, мы вешаем куртки, когда приходим. Он под заказ у вас был сделан? Шкаф делали на заказ, да. То есть в том же месте, где и кухню заказывали, чтобы все было в одном стиле. Это тоже ЛДСП? Шкаф тоже сделан из ЛДСП. А нет. Перезаписываем, не ДСП. Шкаф изготовлен из МДФ, получается фасады и боковые стены декоративные из МДФ, внутреннее наполнение сделано из ЛДСП. Внутри он у нас делится на две части, соответственно, в одной части у нас штанга под куртки, снизу полочки, регулируемые под обувь, и, соответственно, вторая часть у нас сделана полностью полочки. Полочки все, кстати, регулируемые, можно регулировать их по высоте. В самой прихожей, соответственно, тоже везде ламинат. И здесь такое же покрытие на стенах, как и по всей квартире. Да, все правильно, на полу ламинат. Стены точно так же оклеены обои и сверху покрашены. Сделан здесь у нас светильник, точно такой же, как и на кухне, и в других комнатах. Консоль, такая удобная для того, чтобы положить какие-то личные вещи, когда вы приходите домой. Также во всех квартирах мы устанавливаем розетку под роутер. То есть прям сюда можно установить роутер, и уже больше никакие провода нигде никуда вести не надо. Только полочку бы еще под него. А роутер вешается прямо на стену, поэтому полочку мы не делаем, он прямо очень хорошо смотрится на стене. Еще не спрашиваю вас про плинтус. Из какого материала у вас плинтус? Плинтус у нас сделан из дюрополимера. Это обычный белый плинтус, так скажем, под покраску. Высотой 10 сантиметров. Кажется, что 8. Ну, перекажется. Ну что ж, проходим дальше.
да. В нашей замечательной квартире. Я вот хотела сразу вас спросить, что когда в прихожую заходишь, сразу бросается шкаф этот, глаза зеркальные. Да, здесь посередине между комнатами у нас образовалась ниша, с которой мы решили сделать гардеробную. Площадью она у нас получилась довольно-таки вместительная, 1,7 квадратных метров. А до здесь было что? Здесь был просто коридор или тоже была какая-то ниша? До нас здесь был просто узенький шкаф глубиной 60 сантиметров, который стандартный был от застройщика, так скажем, когда еще строили дом. Также в эту гардеробную мы провели свет, и у нас там есть освещение. Ну и пройдем в гостиную. Да, давайте посмотрим гостиную. Двери везде белые, да, в классическом таком стиле. Да, 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 вся квартира сделана в классическом стиле. Значит, в гостиной мы приняли такое решение делать, как сейчас модно, минимализм. То есть здесь у нас прямой диван. Мы не стали делать сюда угловой диван. Он раскладывается? Очень... Да, диван раскладывается, конечно, это раскладывается еврокнижка. И здесь у нас просто декоративная лампа и диван. Соответственно, плюс тумба под телевизор. В квартире, как мы уже до этого говорили, есть гардеробная, есть встроенный шкаф-купе, поэтому, в принципе, шкафы сюда мы решили не устанавливать. И поэтому получилась такая объемная, просторная комната. Ну, мне кажется, будущие жильцы, если что, тут могут какой-нибудь буфет поставить или комод. По желанию, конечно, уже могут под себя что-то как-то дополнительно докупить, поставить. А батареи вы меняли в квартире? Да, во всей квартире мы, конечно, в обязательном порядке поменяли батареи. Поставили уже современные батареи биметалл. То есть, в принципе, они очень хорошо греют, так квартира очень теплая. Здесь второй выход на балкон, о котором вы говорили, на кухне. Да, здесь в гостиной у нас выход на балкон. То есть, как я уже до этого говорил, у нас большой балкон. И отсюда сделан второй выход. Это, на самом деле, очень удобно. Ну и опять же, здесь у нас большой оконный проем. Квартира за счет этого более светлая. И интересно, очень низкие подоконники. Для старых домов это вообще редкость, на самом деле. У нас другие квартиры, подоконники всегда стандартные. Я думаю, где-то порядка там 90 сантиметров. Здесь же сантиметров, наверное, 60. А сколько вышло полностью остекление квартиры? Полностью остекление квартиры вышло 220 тысяч рублей, насколько я помню. Очень недорого. Да, то есть получается у нас два балконных блока, одно окно в спальне и алюминиевые рамы на балконе. Как вам так удалось сэкономить? Ну, на окнах. Опыт, как говорится, опыт и сноровка. Мы всегда знаем, как и где найти недорогих поставщиков материалов. Ну и плюс мы работаем постоянно с ними, заказываем много. Текстиль, да? У вас шторы под заказ или вы где-то готовы уже? Шторы мы покупали готовые. А еще хочу заметить, вот люстра, которую вы видите, здесь изначально была установлена другая люстра. Дизайнер немножко просчиталась по размеру, и люстра была очень низкая. То есть я головой ее задевал, эту люстру, вот она ровно мне задевала голову. То есть рост у меня 1,80 м. В конце ремонта мы приняли решение, что ее надо поменять, эту люстру. Угу. И сейчас вот такая история, в общем, интересная. Я еще увидела, что у вас наверху, около штор, сделана розетка. Да, все правильно. Мы всегда устанавливаем место под кондиционер. То есть тут планируется, будущий собственник может здесь установить кондиционер. Мы всегда выбираем место какое-то, так скажем, оптимальное, чтобы можно было легко сделать трубу через стену на улицу. То есть, как известно, там у нас балкон, сюда мы устанавливаем кондиционер, здесь у нас электричество, и там у нас будет блок кондиционера. Так запланировали. Роман, а скажите, я знаю, что конструктив у дома, поскольку необычный, это, скорее всего, сказалось на ремонте, да, что из-за того, что он круглый дом, все комнаты, все помещения здесь трапециевидные. Это как-то сказалось на ремонте? Были неудобства или какие-то? Да, все правильно. У этого дома все внутренние перегородки, они идут не под прямым углом, не 90 градусов. Где-то расхождение идет на 5-6 градусов примерно. И то есть, если мы будем ставить мебель в угол, то ровно эта мебель не встанет. Соответственно, здесь в этой квартире у нас мебель, так как комнаты большие, она везде мебель стоит посередине, к углам мы мебель не ставим. Вот. Ну, такая вот особенность этого дома, с этим ничего не сделать и не выровнять уже.
То есть какую-то встроенную мебель лучше сюда не планировать? Нет, как раз-таки встроенную мебель можно на заказ сделать, чтобы они прямо поймали вот этот угол неровный у вас. Но если это идут, например, там вот диван, если мы сейчас подвинем в угол, то ровно он туда не встанет. Здесь у нас тумба под телевизор. Она сделана в таком стиле 60-х годов, так скажем, на современный лад. Такие интересные, необычные ножки. Сделана она у нас, каркас сделан из ЛДСП. А фасады сделаны также из МДФ. Ну и, соответственно, черные ручки, которые перекликаются со всем дизайном квартиры. И вот мы в спальне. А не спросила у вас про двери, да? У вас три двери межкомнатные, да, получается. Сколько у вас вышла сумма за все три? Значит, сами двери, три двери с доборами мы приобрели за 22 тысячи рублей. Плюс установка получилась 14 тысяч рублей. Вот, то есть цена с фурнитурой совсем. А сколько они, получаются по высоте? Они стандартные, да? Двери стандартные, да, двухметровые. Ну, давайте расскажем про спальню. По отделке тут, как я вижу, все то же самое. Да, да, да. Только я вижу, есть какая-то ниша со шкафом. Да, по отделке, в принципе, точно так же. Обои под покраску, сверху они окрашены. Здесь у нас по конструкции, так скажем, по планировке квартиры была ниша, с которой было решено сделать встроенный шкаф-купе. Здесь мы сделали полностью зеркальные двери, использовали тоненький красивый черный профиль. А сколько получился в глубину такой шкаф? 60 сантиметров. Эту нишу изначально, видимо, делали под шкаф. Очень, очень, я считаю, удобно, функционально. И за счет этого здесь мы уже больше не делали никаких шкафов. А наполнение шкафа вы не делали? Наполнение шкафов мы не делаем, потому что бывает, что люди по-разному. Кому-то надо больше полок, кому-то надо больше вешалок. Поэтому мы делаем только двери, а дополнительно, в принципе, люди покупают наши квартиры и дополнительно уже делают себе полки, такие, какие они хотят. Ну, давайте пройдемся по остальному, что здесь стоит. Да, дальше здесь у нас дизайнер сделал такое интересное кресло. Лично мне оно очень нравится, так как комната у нас прямоугольной формы и получается 16 квадратных метров практически, то осталось место пустое. У нас был выбор либо установить сюда шкаф, либо поставить какой-то предмет интерьера. Вот. Соответственно, так как я уже сказал, у нас есть и шкаф, и гардероб, мы просто решили установить сюда декоративное кресло. Мне лично оно очень здесь нравится, прямо вот я в восторге от него. Ну, давайте перейдем к кровати. Она такая у вас красивая, с пышным мягким изголовьем. Сколько она получилась в ширину? Данная кровать шириной 1,60 м. Она выполнена в таких, так скажем, пастельных тонах, спокойных. Светильники установлены по бокам, такие же, как во всей квартире. Ну, соответственно, мы комплектуем также еще свои квартиры постельным бельем. А кровать с подъемным механизмом или нет? Кровать без подъемного механизма. Также еще добавлю, здесь у нас тумбочки декоративные сделаны. Они навесные, в принципе, мы всегда стремимся делать всю мебель навесной, то есть это и ванны, шкафчики, тумбы. То есть для того, ну, это современно, эстетично и удобно. Вот, соответственно, везде отдельный светильник сделан, отдельная розетка, чтобы заряжать телефон. Ну и если пройдем дальше, здесь у нас так называемый туалетный столик. Места получилось здесь тоже много. Прямо оно получилось широкое, мне очень нравится. И благодаря тому, что слева есть окно, оно получилось довольно-таки светлое. А сколько в ширину получается этот столик туалетный? В ширину туалетный столик 60 сантиметров, а глубину 40. В принципе, удобный. Ну и, соответственно, везде есть выкатные ящики для хранения косметики. И по сценариям освещения остается. Про свет, светильники над тумбочками мы уже поняли. Так, по освещению здесь у нас такая объемная люстра, на ней 12 светильников. Она такая довольно-таки красивая и объемная для объемной комнаты. Также все комнаты мы устанавливаем подсветку карнизных ниш. Можно ее включать отдельно, можно включать отдельно люстру, отдельно подсветку, ну и, соответственно, отдельно подсветку прикроватных тумб. Подписывайтесь на все площадки, где есть In My Room, там много классных идей для ваших интерьеров. А если вы хотите стать участником следующего румтура, то пишите вот на эту почту, присылайте фотографии своего готового интерьера, и, может быть, именно вы будете участником следующего видео.
И, наконец-то, мы добрались до санузла. Скажите, сколько здесь получилось квадратных метров? Санузел получился около 4 квадратных метров. А он до этого был раздельный или также совмещен? До этого он был раздельный, была отдельная ванна и отдельный туалет. То есть они совсем были крошечные? Да, все было маленькое. То есть сейчас, в принципе, и так небольшие размеры, а до этого было все еще маленькое, еще меньше. А скажите, обычно в панельках санузлы, они же тоже ставились целый, вот этим целым конструктивом, целый панель, ну, целый... Сантехблок. Сантехблок, да, это называлось. И у них был, получается, такой барьер между основным помещением... Выступ, да. Как вы заливали тут пол, как вы добились того, что все в один уровень получилось? Интересная история, я сейчас вам ее расскажу. Мы вскрыли полностью весь пол, здесь осталась залитая плита от сантехкабины. А по уровню она была намного выше, так скажем, основного фундамента. Мы подлили, залили пол полностью до уровня плиты. А плиту мы заливали уже отдельно, просто выравнивали ее наливным полом. Так вот, когда нам ее выравнивали, так, у нас... Здесь за стенкой проходят коммуникации, то есть проходят провода электрические, и, соответственно, какая-то труба еще, по-моему, здесь проходит. В общем, снизу был доступ, у нас туда попал этот наливной пол, туда попал и залил, снизу у соседа залил электрический счетчик. Ну, не сильно, но он немножко, так скажем, заморали мы его. Вот, поэтому пришлось вызывать управляющую компанию для того, чтобы они его чистили. Вот, вообще эти наливные плиты, с ними всегда как бы проблема, потому что долбить ее это проблема. А это вообще разрешено ее долбить разве? А почему нет? Я не знаю, честно. Мы ломали, мы один раз вообще мы ее ломали, и в принципе никаких проблем нет. Стык напольного покрытия у нас сделан из герметика. То есть пол сделали в один уровень, ламинат и плитку, и без порога это все сделали красиво. Давайте по отделке продолжим. Давайте. Да, что на полу, что на стенах? Ну, на полу у нас керамогранитная плитка 40 на 40. На стенах у нас обычная керамическая плитка размерами 30 на 50. Частично стены у нас окрашены в такой вот интересный цвет. Это влагостойкая краска. Здесь у нас сделан короб, дальше у нас электрический полотенцесушитель. Сейчас водяные все уже, в принципе, отключают, и мы ставим электрические. Ну, я считаю, это хорошее решение. Там у вас доступ к коммуникациям, да? Да, здесь у нас доступ к коммуникациям есть. Счетчики там, разводка горячей и холодной воды. Мы всегда меняем стояки полностью, поменена горячая и холодная вода. И, соответственно, канализационная труба тоже поменена. Что за материал на столешнице? Столешница это сделана из пластика. Мы ее покупали готовую. Прямо под нее мы делали по ширине проем, по ширине делали, чтобы она сюда поместилась. Готовая из пластика столешница, прямо уже с готовой срезной мойкой. С ней была интересная ситуация, что мы заказали ее просто белую, а, видимо, по ошибке прислали нам такую. И я считаю, что намного красивее получилось. Даже интереснее, да. Да. Это осталась ниша под стиральную машину. Да, здесь осталась ниша под стиральную машину, все правильно. Там у нас выведена холодная вода, слив и электричество. Розетка выведена. То есть сюда можно сразу же устанавливать стиральную машину, это очень удобно. Ну и по высоте, соответственно, размер выдержан. Инсталляция, в принципе, классическая, по классике, как у всех. Уплотнительная резинка черного цвета, которая очень походит на теневой профиль. Интересное решение. Зеркало с подсветкой здесь. Доступы к коммуникациям в ванной тоже у нас. Здесь все это имеется. Поэтому вот такая довольно-таки стандартная небольшая ванна, в которой, я считаю, что очень удачно все поместилось. Так, ну что ж, друзья, наш рум-тур подошел к концу. Спасибо всем, что досмотрели до конца. Если у вас остались какие-то вопросы по данному проекту, вы всегда можете написать в комментариях. Я постараюсь всем ответить. Всем спасибо. Пока-пока.